Всем привет, мои дорогие! И опять мы находимся в центре Рима, на площади Барберини, Пьяцца Барберини. Здесь также есть метро по одноименному названию, также называется метро Барберини. Чем знаменита площадь Барберини? Вот, она знаменита фонтаном Тритона. Фонтан Тритона, он был построен знаменитым скульптором Бернини по заказу папы Урбана VIII, который принадлежал к семейству Барберини. Значит, что могу сказать? Он был построен в 1642 году в стиле барокко. Он представляет из себя, вот сейчас мы подойдем ближе, представляет из себя нас в основании этого фонтана 4 дельфина, на которых находится раскрытая раковина, и на этой раковине сидит Тритон, сын бога Посейдона, который выдувает из большой раковины сверху воду. Посмотрите, какой он красивый. Небольшой фонтанчик, но очень такой, знаете, симпатичный. Вот так он выглядит сбоку. Он работает постоянно. То есть так, без остановки вода вытекает. Вот он, посмотрите, какой он красивый. Вот, видите, между вот этими дельфинами, вот видите, прямо посередине находится герб Барберини. Вот королевская тиара, видите? Сейчас я постараюсь поближе навести. Вот, папская тиара. Видите, вот он сам. Вот даже есть отель, гостиница по названию Бернини, то есть это фамилия скульптора, который создал этот прекрасный фонтан. В общем, очень интересный такой, необычный. Он достаточно такой посещаемый. Сейчас просто раннее утро, пока народу нет. Но после 9 часов здесь масса туристов, которые фотографируют этот фонтан и фотографируются рядом с ним. В общем, он такой. Здесь практически в 10 минутах ходьбы от этого фонтана находится фонтан, который я уже вам показывала в своих видео. Можете посмотреть. Фонтан де Треви. Тут огромный шикарный фонтан. С вообще фонтанами очень знаменит Рим. Достаточно их очень много. Еще я вам покажу многие фонтаны знаменитые. Также на площади Испании есть очень красивый фонтанчик, который я тоже сниму и обязательно покажу в своих следующих видео. Вот такая вот площадь Барберини, прямо центр Рима. Вот посмотрите, это одна из главных улиц, которая тоже ведет к Колизею, ведет к Ватикану. Вот достаточно такие здания, видите, огромные. Что удобно, что рядом находится метро, на которое можно доехать в любую точку Рима. Это, конечно, очень они сделали удачно, для туристов очень удобно. Пешком центр можно пройти практически за, ну, за 1,5–2 часа, можно увидеть все достопримечательности, самые такие знаменитые. Ну вот и все, дорогие мои, вам показала фонтан Тритона. Будете в Риме, посмотрите обязательно, очень такой необычный, интересный фонтан. И находится рядом с дворцом Барберини, который тоже здесь практически рядом. Я сниму, тоже вам его покажу. Где сейчас находится художественная галерея, музей семьи Барберини.